Всем салют, друзья! Меня зовут Саша Джаггер, и сегодня мы находимся в городе Ишимбай на встрече автомобилистов, которая уже закончилась. Ничего мы там не сняли. Ребята, вот какой прикол каждые 5 секунд капать? Быстро испаряется. Давай я сейчас, короче, испарю и дам тебе дунуть, короче. Вату, короче, просто. Комментарии излишни. Ты испугался? Нахуй ты меня так испугал, блядь? У тебя проблемы? Честно, почему без бака? Это же намного практичнее. С баком практичнее? Как мне говорят. Нет, дело вкуса на самом деле. Дело вкуса. Это мехмод? Да, это мехмод, он взрывается, школьникам отрывает руки, да. Короче, челюстью, зубы и так далее. Макс, отойди. Опасно. Как думаешь, мы их догоним? У тебя проблемы? Ты испугался? Да. Давай психологический анализ. Это камера, ее бояться не надо. Она не страшная. Машина открыта, охраняй. Да. Так, вон я вижу, этот едет. Злая зелень. Она с нами что едет? Ну нет, скорее всего. Встану тебе как свой. Назад, Сань. Сука, бич. Короче, вода подальше. Хочется кисло. Ладно, похуй, да. Я бы так же сделал. Жалко, у меня 1,6. Я знаю просто, короче, людей, которые грили делают на динамике. Они же и кубки вырезают. Да, и жестянки. Да, мы знаем. Слышишь, вот этот делали на Островскую 67. Рекламу. Нет, а я обычно на Или делаю в предмастере всегда. Вот смотри, вот такая вот стойка получается. Ну. Здесь Extreme Motor Show, там наш Нас снимает скрытая камера. Бродяга же есть. Ой, не ты автовод. У меня просто фишай. Надо приблизить. Через свой поэтому экран. Мы уже придумали, как все курить. Мы нам приехали, помогли. Ну, есть что, может, ночевой тогда? Ну, да, давай. Что, с ночевой поедем? Определим себя. С непривычно в своем дворе записывать влог. Я обычно стесняюсь, тут дети, и они все меня знают. Вот. Взяли вообще вкусняшек, топаем домой. Скажи, что только это родительская, да, машина? Моя? Нет. Верон, что ли? На ставках выиграл. А? На ставках? 1xbet. Поднимайте. Подержи, пожалуйста. Дай спиннер. Я никогда вот эту штуку в руках не держал. И вот смысл в том, что она крутится, да, вот так вот? Да. Да. Пиздец, да. Че, за сколько взял? 150. Долларов. На Али? Нет. Здесь? Вчера в переходе в Уфе, блин. Хай-ухай, скажите это, пару слов. В Мулин идете сегодня? Да хуй знает. Макс это агитировал. Я, вернее, Макс агитировал. Так, ты вверх снимаешь вот так вот. Все. Поверяньше снимаешь? А? Поверяньше снимаешь? Не. Ютуб, привет. Мама, я в телевизоре. Мама, я не на Ютубе. Короче, надо как-нибудь тоже себе такую штуку заказать. А че? А у нас они тоже продаются. Она у меня, смотри, прям белая, под все подходит. У меня сейчас iPhone белый достану. Прям вообще.
Это должно остаться у меня, Макс. Подкачаешься? Я у меня смотрел. Че, вы куда собрались? Да ничего, просто кататься. Понятно. Подписывайтесь на мой канал. Смотри, не выложи. Кстати, давай ответ. У меня подписчиков много. Короче, сегодня в Мулингу. Хотя просто. Мы сейчас с Максом сошим байту приедем. Че вы там делали? Сходка автомобильная была. И че как? Ну посмотрели по фотке. Короче, все. Всем пока, подписывайтесь на канал. С вами был Саша Джаггернаут. Это мой канал.